Стас Пьеха не боится экспериментов с внешностью. Тем не менее, фанаты привыкли видеть его с короткой стрижкой, но на днях он предстал в совершенно другом образе. 42-летний певец опубликовал в соцсетях свежее фото, на котором продемонстрировал новую прическу, уложенные кудряшки с осветленными прядями. «Спасибо за чувственные локоны и озорное эмилирование. Получилось классно», – написал артист. Подписчики не сразу узнали своего любимца, однако новый Пьеха им пришелся по душе. Многие посчитали, что прическа выглядит весьма стильно и даже омолодила внука народной артистки сразу на несколько лет. «Куда дел прежнего Стаса? Это что за парень? Какой кудряш?» «Помолодел», пишут сети. А что скажете вы? Пишите свои мысли в комментариях.